Состояние дорог – важный показатель комфортности населенного пункта и качества жизни населения. Поэтому вопрос дорожного строительства – один из самых основных для жителей Славянского района. И именно он чаще всего является поводом их обращения в администрации района и поселений. На протяжении ряда лет на Кубани действует региональная программа развития сети автомобильных дорог Краснодарского края, в рамках которой за счет средств краевого бюджета муниципалитетам предоставляются субсидии для софинансирования расходов местного значения в сфере дорожного хозяйства. В этом году на ремонт городских дорог направят 34 миллиона рублей. Дорожники уже заасфальтировали улицу Юных Коммунаров. На участке от Одельской до набережной сделано новое покрытие с установкой бордюров и нанесением дорожной разметки. Также в рамках краевой программы в 2021 году отремонтируют более 4 километров тротуаров. Все работы планируется завершить к сентябрю.